Всем приветики. Купила сегодня еще и такие часы, вернее, пришли ко мне они с почты, и надо сейчас их открыть, посмотреть. Это часы с проектором получаются. То есть могут светить на стену временем. Показывать на стене время. Это круто, я думаю. Правда, они как-то так заклеены скотчем. Не очень. Как будто там уже кто-то лазил. Так, сейчас откроем. Ага. Ну-ка. Что у нас тут? Больше ничего. Коробка выглядит как-то так примерно. Сбоку. Описание характеристик. Сбоку то же самое, здесь ничего. Так, это что у нас такое? С этой стороны ничего, а с этой описание. Часы с проектором, будильником. Так, характеристики. Понятно, что-то типа инструкции, описания, характеристик. Это что? Что это такое на китайском? Все здесь. А, типа вот инструкция, но на английском. Сами часы в пупырчатой упаковочке. Как-то так они выглядят, с ними идет в комплекте кабель для подключения к сети. И это хорошо. О, ого! Впервые у меня проволока так взяла и порвалась. Обычно раскручивается, ничего себе. Проволока какая интересная. Ну да ладно, это как бы понятно, кабель. На проволоке пластик слишком плохой, сразу рвется. В общем, понятно, для подключения к сети. Вот сами часики. Дисплей, на дисплее. Потом будет отображаться все. Подставочка. Сзади что? Это сам вот проектор. Отсюда оно будет светить на стену или на потолок. Куда направишь. Это регулировка, может, яркости какой или размера. И может работать либо от батареек, от двух батареек пальчиковых, так, либо от сети. Ну, лучше, конечно, от сети, но плюс кнопки настройки. Мод, а больше, меньше, максимум, минимум, и это что-то такое, я не знаю. Плюс кнопка включения, наверное, надпись Snooze Light. Light это свет. То есть нажимаешь и, наверное, светит. Вот, ну надо. Ну как бы тут все просто. Все понятно, все просто, но надо как-то затестить. То есть подключить к сети. И там уже будет видно, что это такое вообще, как оно выглядит уже на самом дисплее. Ну вот как-то так оно выглядит при включенном состоянии. Это, видимо, погода или что это такое. А это что, я не знаю. Ну и часы, время, влажность, температура, день недели. А что? Ну, здесь, видимо, погода должна отображаться. Наверное, что значит все эти цифры я, ну, вернее, столбики, я не знаю. А сам проектор, вот он, и он работает. То есть, если отдалить,
показывает время. Вот оно. Крутёлка, если покрутить крутёлку на проекторе, то это будет что? 7:00. В общем, надо смотреть инструкцию и разбираться, что к чему. А пока что еще непонятно, для чего все это и для чего крутелочка. Вот. Пока что как-то так. На этом все. Всем покедово.